А как попрощаться с зимой? Сказать ей до свидания, очень так ласково, доброжелательно, что она нас нынче баловала, так скажем. Морозных дней было не так много, я считаю. Так что пусть с Богом отправляется во свояси. Зимой? Не знаю, снежности. Ну как это? Она отошла, да я не знаю, правда. У нас же есть праздник Масленицы. Это старый, так сказать, старонародный праздник, который мы и прощаемся с зимой. Скорее всего, наверное, снять одежду теплую, решиться носить такое что-нибудь полегче. Ну и витаминов побольше. Наверное, поблагодарить за то, что она укрывала землю, растения спасла, дарила людям радость красоты, бодрости. Пожелаем ей поскорее уйти, чтоб без нас. Зима, пока. Ну, что-нибудь такое можно сделать, чтобы она уже наконец-то ушла? Так она и так ушла. Просто сжать кулачки. Просто, да, потерпеть и все. Эх, улыбнуться солнышку, наверное. Больше не знаю. Легко. Как? Ну, просто переодеться в теплые вещи. А вы что думаете? Ой, легкие вещи. Сходить последний раз так иду. Прощай, зима! У-у-у!